Артек отмечает 93-й день рождения. Истории вокруг названия Международного детского центра множество. Самое популярное, связанное с перепелками. Вот уже 2 года ребят встречают в Пуще Водицы. В новом старом Артеке побывала Элина Зеленская. 21 день на свежем воздухе. Танцы, квесты и спортивные соревнования. За 93 года в легендарном международном детском центре оздоровилось более 1,5 миллиона детей 60 стран. После аннексии Крыма детская здравница открыла свои двери в Пуще Водице под Киевом. Именно здесь 2 года назад началась новая летопись украинского Артека. Каштаны вместо кипарисов, Сапсаев пруд вместо аюдага. Но все те же задорные песни и лучезарные улыбки детей. Наша назва – це могутні! Для украинских детей путевка в Артек всегда была самой почетной наградой. А для иностранцев – счастливой возможностью открыть новый мир. Была международная смена, переезжали 50 стран. От Африки до Азии, там огромная территория, 208 гектаров, 9 лагерей. Огромное количество, там 10 до 3,5 тысячи. Сейчас в киевском Артеке оздоравливается более 1000 ребят. Это дети ветеранов, солдат, воюющих за независимую Украину, малыши из малообеспеченных семей, а также одаренные ребята. И лишь 10% путевок коммерческие. До нас приезжает на целый рік. Абсолютно. Мы маємо приймати в цьому році близько 13 тисяч дітей на відпочинок і оздоровлення з усієї України. Волинська область. Запоріжжя. Львівська область, Новояворівськ. Харківська область, місто Лозова. Житомир. Здесь это маленькая уютная семья. Там это много знакомств. Маше 7. В Артеке девочка впервые. Говорит, уже многому научилась. Быть самостоятельной, рано вставать, надувать шарики, вести здоровый образ жизни. Все лучшее детям. Это в Артеке касается и кухни. Мне цей Артек нравится. Тут обед хороший. Вкусняшки дают. Йогурт, печенье, мандарины, яблоко, апельсины с соком. Лагеря в Артеке теперь называются содружествами, отряды – товариществами. Корпуса не на берегу теплого моря. Но многие артековские традиции коллективы воспитателей удалось перенести сюда, в Пущу Водицу. Сапсаев пруд или гора Аюдак, лагеря или содружество. Важно другое. Артек всегда был, есть и будет детской мечтой, обитаемым островом дружбы, доброты и душевной песни. Лина Зеленская, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.